Официально мусорку в Хамбушево закрыли еще 9 с лишним лет назад. Советский районный суд по представлению Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры запретил складировать отходы у Ряжского шоссе и обязал ликвидировать несанкционированный полигон до 1 сентября 2013-го. Но поскольку для проекта рекультивации нужно было время, далее отсрочку продлили до 2020-го. Это позволило в дальнейшем при реализации национального проекта «Экология» включить данный объект федеральный проект «Чистая страна», который финансировался из федерального бюджета, и, соответственно, мероприятия были выполнены. Свалку в Хамбушево действительно зачистили, но тут вот какое дело. При перевозке мусора оттуда на легальный полигон ответчик, по словам Ирины Артюшацкой, решил схитрить, получить оплату за расходы, которых не было, на сумму 104,5 тысячи рублей. Непосредственно была заложена сумма, вот порядка 104 тысяч рублей, там чуть больше. Непосредственно это те расходы, которые исполнитель должен был понести при размещении отходов на санкционированное место размещения отходов. По факту данные расходы не понес, то есть были отходы размещены, то есть документально не подтвердил исполнитель, что фактически израсходовал данную сумму. То есть отходы по факту были приняты бесплатно. Это нарушение прокуроры выявили вместе с сотрудниками федерального казначейства. Иск к возврату исполнителю пришлось признать. И 104,5 тысячи рублей были возвращены в федеральный бюджет. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».